Здравствуйте, дамы и господа, приветствую вас на нашем канале Max Knife Shop. Сегодня у нас будет краткий обзор вот этого ножа. На первый взгляд довольно-таки заурядного, такого простого, понятного, вообще очень-очень морально устаревшего. Но здесь есть куча но на самом деле. Вообще, если так очень грубо взять, сутрировать глобально, да, у нас фиксы помимо всяких сегментов, подсегментов делятся на ножи. Скажем так, рабочие, условно говоря, и полочники, да? Ну, мы это все прекрасно знаем. Кто хотя бы более-менее в теме, тот понимает, о чем я сейчас говорю. Вот, и мне бы хотелось бы заострить внимание сейчас вот на этом изделии. Оно в единственном экземпляре сделано. Наш магазин и наш бренд сотрудничает с Алексеем Клинмастером. Вот, парень очень талантливый, делает вот такие вот штуковины, и не только такие. Вот, еще не одна коллаборация у нас с ним будет на самом деле. Ну, в общем, нож без имени, нож из дамасской стали, вот, которая многим набила оскомину, но, тем не менее, казалось бы, вроде бы, ну, такая история, вот, классно зайдет на подарок, тут, обратите внимание, ну, дамасская сталь, битый камень, причем обработанный в том числе и по грани обуха, вот, проставочка есть, чеканный больстер. Вот, и, ну, довольно-таки такая интересная рукоятка, на которой мы сейчас заострим внимание. Классические кожаные ножны, дополнительная вставка, очень добротно все сшито. Прострочка белая, здесь вставка декор крокодил, фиксированная проушина, и, что немаловажно, у нас здесь шпинек фиксирует рукоятку. Теперь к моментам неочевидным, но которые, на самом деле, очень-очень раскрывают потенциал данного ножа. Стоит сразу отметить, это важно, то, что пакет Дамаска здесь в основном из железа, которые ориентированы на рез. Ну, ладно, вернемся к этому. Давайте рассмотрим рукоятку. Обратите внимание, сколько у нее граней и какая грамотная здесь рукоять. Ну, давайте рассмотрим тыльную часть. Вот таким вот макаром. Обратите внимание, что здесь у нас получается скос раз-два. Потом здесь у нас идет утолщение. И вот здесь вот еще снизу тоже имеется скос. Если мы посмотрим вот так вот сверху, вы обратите внимание, что здесь у нас рукоятка имеет выемку. Как мы все знаем, хват, надежный хват, он кроется в хорошем расположении и уверенном хвате, мизинцем именно. Вот. У меня у меня рука средних размеров, там, ну, мягко говоря, не самая большая. То есть я это к тому, что есть как бы еще куда расти в ту сторону. Ну, женская рука, понятное дело. Это отдельная история. В общем, я к тому, что в тыльной части рукоятки очень грамотно продумана история про мизинец. Дальше, соответственно, рукоять бочкообразная по центру. И обратите внимание снизу. Здесь сверху вот идет вот такой вот съем сбоку. И то же самое снизу, который перерастает в слабо выраженную выемку подпальцевую. Вот, что касаемо именно пальцев, ну, здесь рука чувствует себя реально как дома. Ну, как влитой нож лежит. По верху, обратите внимание, у нас идет вот эта вот горбинка. И здесь тоже вот такая вот выемка. Это как раз-таки для того, чтобы моя ладонь очень хорошо ложилась. То есть, каким бы хватом я нож не взял, у меня рука как влитая. Это очень важно. Очень продуманная, толковая, информативная рукоятка. Вот. Теперь, что касается клинка. Здесь тоже интересная история на самом деле. Почему? Потому что нож обладает рекурвой. Дальше здесь, обратите внимание, радиусная история. И это говорит о чем? О том, то, что данной частью мы можем работать ножом как скиннером. Рекурва — это про строгание какое-никакое, но тем не менее. Про строгание. Можно даже рубануть. Несмотря на то, что всадной монтаж, здесь хвостовик очень глубокий, конструкция это сделать позволяет. Обратите внимание на его обух. Если мы присмотримся, то он имеет небольшую горбинку, то есть нож у нас, по сути, имеет такую форму канадца. Вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что если я начинаю работать им вот таким вот образом, что-то располосовывать, разбирать, обваливать, то когда я его ставлю на поверхность, вот, раз, поддел и пошел разбирать. Вот. То есть мы что получаем на выходе? Мы получаем на выходе рабочий нож на самом деле с очень богатой эргономикой по рукоятке и с очень многофункциональным клинком. Ну, по сути говоря, такой дроп-поинт с канадскими генами. Это
Что-то нечто среднее между классическим каким-то финским ножом и ножом Кеффорда. Я, конечно, сейчас загибаю, сейчас найдется куча комментаторов, которые отчасти будут и правы где-то, если обрушатся с критикой. Но я за комментарии, пишите. Мне очень интересно, что вы скажете касаемо потенциала этого изделия. Ну, на вид, если бы я вот так вот просто увидел по фото, по видео, я бы сказал, да это полочник. Но у меня было время, так сказать, этот нож переварить, посмотреть, покрутить, повертеть, подумать. Вот, и более детально присмотреться к его особенностям, геометрии, эргономике, форме и так далее и тому подобное. По твердости, значит, здесь Дамаск на 61 единицу закален, 65 ГХВГ У8А, и, если я не ошибаюсь, СТ-45 у нас здесь. Вот, то есть, пакет такой ориентированный на рез. Вот, ну что еще могу сказать, сборка здесь идеальная, никаких щелей, зазоров. Вот, Алексей это все-таки мастер, ну, такого серьезного уровня. Вот, резюмируя, мы получаем нож, во-первых, красивый, презентабельный, очень хорошо зайдет история, естественно, на подарок, да и в личную коллекцию. Вот, поклонников Дамаска остается у нас все меньше и меньше, но, тем не менее, они имеют место быть. Ну, Дамаск, он в любом случае никогда не будет оставлять до конца равнодушными людей. Вот, мы имеем нож с очень эргономичной рукояткой, мы имеем нож с рабочим клинком. Вот. Такой нож не стыдно будет взять и на охоту, пощеголять там в компании и так далее и тому подобное. Ну и самое главное, одно из самых главных, последнее, так сказать, по списку, но не по значению, это то, что нож таким образом, таким макаром, вот именно в таком обличии сделан в единственном экземпляре. Кого заинтересуют более детальные тактико-технические характеристики, его стоимость, вы можете в закрепленном комментарии ознакомиться с контактами, можете связаться со мной напрямую, я вас дальше проинструктирую. Что да к чему. Надеюсь, друзья, для кого-то обзор этот стал полезным, интересным, занятным. Вот. Пишите вообще, что думаете по этому ножу, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Ну и как обычно, как всегда, всем добрых ножей, хорошего реза, до скорых встреч, всем пока-пока.